походу это первый раз, когда я залез на эту крышу один. Вот так вот. И красота здесь неописуемая. Помню, как у меня появился страх высоты. Конечно, в этом замешаны родители. Зачастую фобии формируются в нас не на основании непосредственно нашего испуга, но благодаря эмоциональной реакции других людей. Мне может быть 4 года. Вечер в уютной квартире в кирпичном доме на Урале. Моей семьи, вероятно, какой-то праздник, собравший кучу гостей. Я бегаю, веселюсь и особенно радуюсь тому, что меня подкидывают высоко-высоко. Увы, это дело происходило на балконе. Нет, ничего страшного не произошло, но моя мама, увидев это и заранее испугавшись, вскрикнула, подбежала ко мне и начала заранее успокаивать. Так произошла связка высоты и испуга. Эта телега не о том, какие-сякие взрослые, нет. Я лишь хотел обратить внимание, как наше взаимодействие с другими может привносить что-то новое в наши личности. И взаимодействие это зачастую невербальное, но лишь эмоциональное. Уважайте границы и свободу других людей, не только близких, но и незнакомцев, особенно детей. Оставайтесь хорошими людьми и не курите спайс. Покеда. Уважайте границы и свободу других людей. Уважайте границы и свободу других людей.